Вести Томск. И к другим темам. Александровский рыбозавод возобновил работу. Об этом рассказали представители регионального департамента охотничьего рыбного хозяйства. Напомню, советское предприятие возродилось в конце 2013-го, а до этого не функционировало больше 10 лет. Среди продукции были знаменитые на всю Россию карась в гречневой каше, консервы из язя, щуки, паштеты. Но в конце прошлого года предприятие приостановило работу из-за убытков. Владелец перенес производственные мощности в Нижневартовск, а весной власти заявили, завод возобновит деятельность, если найдут инвестора. Вот случилось. Сегодня там создали 15 рабочих мест. С александровскими рыбаками о сырье директор не успел договориться, так что пока сырье привозное. Но и этот вопрос планируют решить в ближайшее время. Добавлю, завод сегодня выпускает 3000 банок в неделю. Продукцию привозят в магазины Александровского района и Томска. В планах увеличить выпуск до 80 тысяч консервов в месяц. При этом предприятие работает на старом оборудовании. А в Первомайском районе открыли новый хвойный питомник. Его создали на базе местного лесхоза. На несколько